А вы знаете, кто отвечает за чистую воду в городе? Водоканал! Блеснуть знаниями в эко-теме, станцевать танец пингвинов и собрать полный мешок мусора. Вот так активно, полезно и интересно в Бийске прошла акция «Чистый берег». Десятки активистов собрались воскресным утром с одной целью – сделать город чище. Мы сегодня идем до Ривьера с нашими ребятами. Собрались мы здесь для того, чтобы показать на своем примере, что город должен быть чистым. 2, 1, поехали! Эко-волонтеры уверены, мусора никогда не бывает мало. Чтобы весной при таянии снега он не оказался в реке, его нужно убирать вовремя. Прибрежные территории Бии – зона уязвимая. Это популярное место отдыха бийчан со всеми последствиями. За тех, кого зеленые инициативы интересуют мало, убирать приходится детям. Сколько тебе лет? 5. А ты здесь зачем сегодня? Что будешь делать? Город чистить. Подростки, младшие школьники и даже детсадовцы. Силами одних детей избавиться от мусора проблематично. На помощь приходят взрослые. Мы в составе вот отряда «Добротворцы» занимаемся всякими добрыми делами, куда нас позовут. Мы всегда участвуем во всех акциях. И вот нас приглашали уже, мы занимались очисткой леса в районе спортшколы за рекой. В чистых играх участвовали. Нам очень понравилось. Задача этой акции, как и любой зеленой, в объединении и мотивации. А еще в том, чтобы привить будущим поколениям уважение к природе и любовь к своему городу. В акции приняло участие более 50 человек. Хотелось бы отметить, что большинство из них – это дети детского сада со своими родителями, что очень важно. Потому что главная задача нашей организации – это воспитание бережного отношения к природе, получение навыков детьми по раздельному сбору мусора и сортировке отходов. Поэтому дети на мероприятии, взрослые на мероприятии, все удачно сложилось. Всем большое спасибо. «Чистый берег» давно стал настоящим эко-челленджем. Больше активистов – больше пользы. Итоги очередной акции радуют всех участников. Можно с уверенностью говорить, что за эти выходные в Бийске стало на 100 мешков мусора чище. Кристина Чернова, Андрей Сигаев. День с толком.